Они воспели безобразное. Не путать с безобразным. Главное – правильно поставить ударение. Остальное – условности. Концепция новой выставки авторов из Академии абстракционизма в стремлении научить зрителя максимально освобождать сознание, созерцать, не анализируя. Живопись не умерла. Да здравствует живопись. И высшая форма как раз существования живописи – это абстракционизм. Почему? Потому что реалисты, они обычно просто срисовывают. То, что есть, срисовывают. Срисовывают либо, значит, на природе, либо с фотографией, либо еще проще, они делают принт и раскрашивают. Ну, это тоже хорошо, конечно, это тоже интересно, но это как бы немножко чуть-чуть другое. Вот. А абстракционисты, они пытаются формировать свое собственное мировоззрение. Своим мировоззрением в области беспредметного искусства на осенней выставке в арт-отеле «Украина» делятся 12 авторов. Среди них мэтры с многолетним опытом в абстракции и начинающие экспериментаторы. Руководитель объединения Академии абстракционизма Владимир Бойченко отмечает, своими работами хотел подчеркнуть, что для творческого самовыражения годятся любые, даже самые простые материалы. Конечно, только в том случае, если художнику есть что сказать. Простые, дешевые детские краски. Ну, кисть такая немножко более-менее, ну, неважно, тоже простая круглая кисть, без кончика такого тоненького волоска. Вот. И вот ей я формировал некое пространство, но тоже на такой дешевой бумаге. Севастопольские абстракционисты приглашают гостей не только оценить новую экспозицию, но и вдохновиться на создание собственных произведений. У меня есть идея, так называемая школа чистой радости. То есть человек покупает краски, бумажку и начинает просто рисовать, мазать. Не побоюсь этого слова, мазать. Вот, и получать от этого удовольствие, потому что ему не нужно рисовать конкретно яблоко, конкретно цветочек. И он не расстраивается, что у него не получилось что-то. А он вот провел линию красиво, желтенькую, там, красненькую. Одна перетекла в другую линию. Эту экспозицию планируют демонстрировать до конца октября, пока в мастерских художников не родятся новые шедевры безобразного искусства. Наталья Данилова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.